Я выучился на летчика и облетел чуть ли не весь свет. И вот 6 лет назад мне пришлось сделать вынужденную посадку в Сахаре. Что-то сломалось в моторе моего самолета. Со мной не было ни механика, ни пассажиров, и поэтому я сам решил, что все починю. Я должен был исправить мотор или погибнуть. А воды у меня едва хватило бы на неделю. Итак, первую ночь я провел в пустыне, где на 1000 миль не было никакого жилья. Человек, потерпевший кораблекрушение и затерянный на плоту посреди океана, и тот был бы не так одинок. Вообразите же мое удивление, когда поутру меня разбудил чей-то тоненький голосок. Он сказал: «Пожалуйста, нарисуй барашка». Я вскочил, протер глаза, начал осматриваться и вижу, передо мной стоит необыкновенный какой-то малыш и серьезно меня разглядывает. Он не был похож на мальчика, который потерялся в необитаемой пустыне, вдалеке от всякого жилья. Наконец, ко мне вернулся дар речи, и я спросил: «Ну, что ты здесь делаешь?» И он опять попросил очень тихо и серьезно: «Пожалуйста, нарисуй мне барашка». Это было здесь, в пустыне. Я все-таки достал лист бумаги и вечное перо. Он внимательно посмотрел на мой рисунок и сказал: «Нет, это не барашек. Он какой-то совсем хилый. А нарисуй другого». Я нарисовал. Мой новый друг снисходительно улыбнулся: «Но ты же сам видишь, что это огромный баран. Но у него ведь рога». Тут я потерял терпение, нацарапал рисунок и сказал малышу: «Вот тебе ящик, а в нем сидит твой барашек». Но как же я удивился, когда мой строгий судья вдруг просиял: «Вот, такого мне и надо». Спросил: «А как ты думаешь, много он ест травы?» «А что?» «Ну, просто у меня дома всего очень мало». «Не волнуйся, я даю тебе совсем маленького барашка». «Не такого уж и маленького», — сказал он и наклонил голову внимательно посмотреть мой рисунок. «Смотри-ка, мой барашек уснул». Так я познакомился с маленьким принцем. Не скоро я понял, откуда он явился. Маленький принц засыпал меня вопросами, но когда я спрашивал его о чем-нибудь, он будто и не слышал.
Как-то я спросил: а откуда ты прилетел, малыш? Где твой дом? Да и куда ты хочешь унести этого барашка? Он помолчал немного, а потом сказал: очень хорошо, что ты дал мне ящик. Барашек там будет спать по ночам. Ну, конечно. Если ты будешь умницей, я дам тебе веревку, чтобы ты привязал его к колышку. Ведь если ты его не привяжешь, он забредет неведомо куда и потеряется. Тут мой новый друг рассмеялся. Да куда же он пойдет? У меня там очень мало места. Если идти все время прямо да прямо, далеко не уйдешь. Так я сделал еще одно важное открытие. Его родная планета и вся-то величиной с дом. Пятый день я узнал секрет маленького принца. Каждый день он что-то рассказывал о своей планете, о том, как он ее покинул и как странствовал. И вот он спросил неожиданно, без предисловий. Точно пришел к этому выводу после долгих молчаливых раздумий. Если барашек ест кусты, он и цветы ест. А что? Да, наверное, даже такие кусты и цветы. А если он цветы, у которых шипы? Да, и те, у которых шипы, он тоже ест. А тогда зачем нужны шипы? Этого я не знал. Я был очень занят. В моторе заел один болт, и я старался его отвернуть. Положение становилось серьезным. Воды почти не оставалось. И мне начало казаться, что моя вынужденная посадка плохо кончится. Зачем нужны шипы? Задав какой-нибудь вопрос, маленький принц не отступался, пока не получал ответа. А неподатливый болт выводил меня из терпения. И я ответил наобум: шипы ни зачем не нужны. Они выпускают их просто так, от злости. Вот как. И тут он сказал: не верю я тебе. Шипы слабые и простодушные. Они стараются придать себе храбрость. Они думают, если у них шипы, то их все боятся. А ты думаешь: да нет же, ничего я не думаю. Я ответил тебе первое, что пришло в голову. Но ты видишь, я занят серьезным делом. Серьезным делом? Да ты говоришь, как взрослые. Мне стало совестно, а он беспощадно прибавил: все ты путаешь и ничего не понимаешь.
маленький принц рассердился и даже побледнел. Миллионы лет у цветов растут шипы. И миллионы лет барашки все-таки едят эти цветы. Так неужели это не серьезное дело понять, для чего они изо всех сил стараются отрастить шипы, если от шипов нет никакого толку? Неужели это не важно, что барашки и цветы воюют друг с другом? А если я знаю единственный в мире цветок, который растет только на моей планете, и другого такого нигде нет? А в одно прекрасное утро барашек возьмет и съест его, даже не будет знать, что он натворил. И это все, по-твоему, не важно? Он густо покраснел, а потом снова заговорил. Если любишь цветок, единственный, какого больше нет ни на одной из многих миллионов звезд, этого довольно. Смотришь на небо, и ты счастлив. И говоришь себе, где-то там живет мой цветок. Но если барашек его съест? Но это же все равно, как если бы все звезды разом погасли. И это, по-твоему, не важно? Он больше не мог говорить. Он вдруг разрыдался. Стемнело. Я бросил работу. Я забыл про злополучный бал, про жажду и смерть. На звезде, на планете, на моей планете по имени Земля плакал маленький принц. И мне надо было его утешить. Я взял его на руки и стал баюкать. Я говорил ему, что твоему цветку ничего не угрожает. Ну, хочешь, я нарисую для твоего барашка намордник. Я нарисую для твоего цветка броню. Я не знал, что ему сказать. Я чувствовал себя ужасно неловким и неуклюжим. Как я понял, он решил странствовать с перелетными птицами. В последнее утро он старательнее обычного прибрал свою планету. Он заботливо прочистил действующие вулканы. У него было два действующих вулкана. На них очень удобно по утрам разогревать завтрак. Потом маленький принц не без грусти вырвал последние ростки баобабов. А когда он в последний раз полил чудесный цветок и собрался накрыть его колпаком, ему даже захотелось плакать. Прощайте, сказал он, но красавица не ответила. Прощайте, повторил маленький принц. Она кашлянула, но не от простуды. Я была глупая. Прости меня и постарайся быть счастливым. И ни слова упрека. Маленький принц даже удивился. Он застыл растерянный со стеклянным колпаком.
Откуда эта тихая нежность? Да. Да. Да, я люблю тебя. Моя вина, что ты этого не знал. Это и не важно. Но ты был такой же глупый, как я. Оставь колпак. Он мне больше не нужен. Но ветер не так уж я и простужена. Тем более ночная свежесть пойдет мне на пользу. Ведь я цветок. Но звери, насекомые, ну должна же я стерпеть 2-3 гусениц, если хочу познакомиться с бабочками. Они, наверное, прелестны. А то кто же станет меня навещать? Ты ведь будешь далеко. А больших зверей я не боюсь. У меня тоже есть когти. И она в простоте душевной показала 4 шипа. Потом прибавила. Не тяни же, это невыносимо. Решил уйти, так уходи. Она не хотела, чтобы маленький принц видит, как она плачет. Это был очень гордый цветок. Ближе всего к планете маленького принца были астероиды. Вот он и решил для начала посетить их. Ну, надо же найти себе занятие, да и поучиться чему-нибудь. На первой планете у нас жил король. Облаченный в пурпур и горностай, он восседал на троне, очень простом, но все же величественном. На второй планете жил чистолюбец. «О, вот и почитатель явился», — сказал он, еще издали увидев маленького принца. «О, добрый день. Какая у вас забавная шляпа. Это чтобы раскланиваться. Раскланиваться, когда меня приветствуют». «О, вот как». Маленький принц ничего не понял. «Похлопай-ка в ладоши!» И маленький принц захлопал в ладоши. Чистолюбец приподнял свою шляпу и скромно раскланялся. Так 5 подряд повторялось одно и то же. И маленькому принцу это наскучило. «А что надо сделать, чтобы шляпа упала?» Но чистолюбец не ответил. Тщеславные люди глухи ко всему, кроме похвал. «Ты и вправду мой восторженный почитатель?» «А как это почитать?» «Ну, почитать. Признавать, что на этой планете я всех красивее, всех богаче, всех наряднее и всех умней!» «Да, но ведь на твоей планете больше и нет никого. Ну, все равно доставь мне удовольствие. Восхищайся мною!» «Да я восхищаюсь, но какая тебе от этого радость?» И маленький принц покинул чистолюбца. «Да, право же, взрослый очень странный народ». На третьей планете у нас жил пьяница. Маленький принц пробыл у него совсем недолго, но стало ему после этого очень невесело. Когда он прибыл туда, пьяница сидел среди полчища бутылок, пустых и полных. «А что это вы делаете?» — спросил маленький принц. «Пью», — мрачно ответил пьяница. «А зачем?» «Чтобы забыть». «А что забыть?» Маленькому принцу стало жаль пьяницу. «Забыть, что мне совестно». «А чего же тебе совестно?» Маленький принц хотел помочь бедняге. «Совестно пить».
Пьяница повесил голову, и от него больше нельзя добиться было ни слова. И маленький принц отправился дальше, растерянный и недоумевающий. Да, право же, взрослый очень странный народ. Облетев еще несколько астероидов, маленький принц очутился на планете Земля. Он не увидел ни души и очень удивился. И подумал даже, что залетел по ошибке на какую-то другую планету. Но тут в песке шевельнулось колечко цветом лунного луча. «Добрый вечер», — сказал на всякий случай маленький принц. «Добрый вечер», — ответила змея. «А на какую-то планету я попал?» «На Землю. В Африку». «Вот как. А разве на Земле нет людей?» «Это пустыня. В пустынях никто не живет. Но Земля большая». Маленький принц сел на камень и поднял глаза к небу. «А где же люди? В пустыне все-таки одиноко». «Среди людей тоже одиноко», — заметила змея. «Странное ты существо, не толще пальца, но могущество у меня больше, чем в пальце короля». «Ну разве ты такая могущественная? Да у тебя даже лап нет, ты и путешествовать не можешь». «Я могу унести тебя дальше, чем любой корабль». И змея обвилась вокруг его щиколотки, словно золотой браслет. «Ты слаб на этой земле, жесткой, как гранит. И в тот день, когда ты горько пожалеешь о своей покинутой планете, я сумею тебе помочь». «Я могу». «Да я прекрасно понял. Но почему ты все время говоришь загадками?» «Я решаю все загадки». И оба умолкли. Долго шел маленький принц. Через пески, скалы, снега. И, наконец, набрел на дорогу. А все дороги ведут к людям. «Добрый день», — сказал он. «Добрый день», — ответили розы. Перед ним был сад, полный роз. «А кто вы?» «Мы? Мы розы?» «Вот как». Его красавица говорила ему, что подобных ей нет во всей вселенной. И вот перед ним 5000 точно таких же роз в одном только саду. «Я-то воображал, что владею единственным в мире цветком.
какого больше нет нигде и ни у кого. А это была самая обыкновенная роза. Он лег в траву и заплакал. Вот тут и появился лис. Здравствуй, сказал он. Здравствуй, ответил маленький принц, но никого не увидел. Я здесь, под яблоней. А кто ты? Какой ты красивый. Я? Я лис. Поиграй со мной, сказал маленький принц. Мне так грустно. Не могу я с тобой поиграть? Почему? Я не приручил. Как? Ну, извините. Но подумав, он спросил. А как это приручить? А ты не здешний, заметил лис. Что ты тут ищешь? А людей? Ну а как это приручить? Люди разводят кур. Этим они хороши. Но еще у них есть ружья, и они ходят на охоту. Это очень неудобно. Ты случайно не ищешь кур? Нет, я ищу друзей. А как это приручить? Это давно забытое понятие. Это значит создать узы. Узы? Вот именно. Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик, точно такой же, как 100 000 других мальчиков. И ты мне не нужен. И я тебе тоже не нужен. Потому что я для тебя только лис, точно такой же, как 100 000 других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Представь, как забавно. Ты будешь для меня один в целом свете. И я для тебя тоже буду один в целом свете. Кажется, я начинаю понимать. Есть одна роза
И мне кажется, она меня приручила. Очень возможно. Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мной. Все куры одинаковые, и люди все одинаковые. И живется мне скучновато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысячи других. Заслышав людские шаги, я всегда убегаюсь и прячу. А если я услышу, как идешь ты, то твоя походка просто позовет меня, словно музыка, и я выйду из своего убежища. И потом, смотри, видишь, вон там золотая пшеница. Я не ем хлеба, колосья мне не нужны, пшеничные поля ни о чем мне не говорят. Это грустно. Но у тебя золотые волосы, и как чудесно будет, когда ты меня приручишь. Золотая пшеница станет напоминать мне тебя. И я полюблю шелест колосьев на ветру. Пожалуйста, приручи меня. А что для этого надо делать? Спросил маленький принц. Надо запастись терпением. Сперва сядь вон там, подаль. Да, вот так отлично. Я буду на тебя искоса смотреть, а ты молчи, ничего не говори. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись немножечко ближе. И потом приходи всегда в один и тот же час. Ну, скажем, если ты будешь приходить в 4 часа, то я уже с 3 часов буду чувствовать себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее я. А в 4 часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я познаю цену счастья. А если ты будешь приходить всякий раз в другое время, я не знаю, к какому часу готовить свое сердце. Так маленький принц приручил лис. И вот настал час прощания. «Прощай», — сказал. «Я буду по тебе плакать. Но ты сам виноват. Ты сам захотел, чтобы я тебя приручил. Да, конечно, но тебе от этого будет больно. Да, но ты будешь плакать. Да нет же. Мне хорошо, правда. Ну, вспомни, что я тебе говорил про золотые колосья. Пойди, взгляни еще раз на розы, и ты поймешь, что твоя роза единственная в целом мире. А потом возвращайся ко мне. Я открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок. Маленький принц пошел взглянуть на розы. «Вы ничуть не похожи на мою розу. Вы еще ничто. Никто вас не приручил, и вы никого не приручили. Таким прежде был мой лис. Он ничем не отличался от 100 тысяч других лисиц. Но я с ним подружился. И теперь он единственный в целом мире». Розы очень смутились. «Вы красивые, но пусты. Ради вас не захочется умереть. Ну, конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как и вы. Но она одна
дороже мне всех вас, потому что это ее, а не вас, я накрывал стеклянным колпаком. Ее, а не вас, я загораживал ширмой от ветра. Ее, а не вас, я поливал каждый день. Для нее убивал гусениц, только двух или трех оставлял, чтобы вывелись бабочки. Я слушал, как она жаловалась и как хвасталась. Я слушал ее, даже когда она умолкла. Она моя. И маленький принц возвратился к лису. «Прощай», — сказал он. «Прощай», — ответил лис. «Вот мой секрет. Он очень прост. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Самого главного глазами не увидишь», — сказал маленький принц, чтобы лучше запомнить. «Твоя роза так дорога тебе, потому что ты отдавал ей все свои дни». «Да, потому что я отдавал ей все свои дни». Люди забыли эту истину. Но ты не забывай. Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. На другой вечер, покончив с работой, я вернулся туда и еще издали увидел, что маленький принц сидит на краю стены, свесив ноги, и услышал его голос. «Ты найдешь мои следы на песке. Тогда жди. Сегодня ночью я туда приду». И после долгого молчания маленький принц сказал: «А у тебя хороший яд. Ты не заставишь меня долго мучиться?» Я остановился, и сердце мое сжалось, но я тогда еще не понимал. Я опустил глаза, да так и подскочил. У подножия стены, подняв голову к маленькому принцу, свернулась желтая змейка из тех, чей укус убивает в полминуты. Нащупав в кармане револьвер, я бегом бросился к ней, но при звуке шагов она тихо заструилась по песку, словно умирающий ручеек, и с еле слышным металлическим звоном неторопливо скрылась меж камней. Я подбежал к стене как раз вовремя и подхватил моего маленького принца. Он был белее снега. «Чего это тебе вздумалось, малыш? Чего ради ты заводишь разговоры со змеями?» «Я рад, что ты нашел, в чем там была беда с твоей машиной. Теперь ты можешь вернуться домой». «Ну как? Откуда ты знаешь?» Я как раз собирался сказать ему, что вопреки всем ожиданиям мне удалось исправить мотор. Но он сказал: «Я тоже сегодня вернусь домой. Это гораздо дальше и гораздо труднее». Все было как-то странно. Я крепко обнимал его, точно малого ребенка. И однако мне казалось, будто он ускользает. Его затягивает бездна, и я не в силах его удержать. Я долго ждал. Он словно бы приходил в себя. «Ты напугался, малыш. Ты еще бы не напугался». Но он тихонечко засмеялся. «Сегодня ночью мне будет куда страшнее». И опять меня леденело предчувствие непоправимой беды. Неужели? Неужели я никогда больше не услышу, как он смеется? Этот смех для меня точно родник в пустыне.
Малыш, я хочу послушать, как ты смеешься. Но он сказал: сегодня ночью исполнится год. Моя звезда станет как раз над тем местом, где я упал год назад. Послушай, малыш, ведь все это, и звезда, и свидание со змеей, это все просто дурной сон, правда? Самое главное, то, чего глазами не увидишь. Да. Ну, это как со цветком. Если любишь цветок, который растет где-то на далекой звезде, хорошо ночью глядеть в небо. Все звезды расцветают. Да. Ночью ты посмотришь на звезды. Моя звезда очень маленькая, я не могу ее тебе показать. А так лучше. Она будет для тебя просто одна из звезд. И ты полюбишь смотреть на звезды. И все они станут тебе друзьями. И потом я тебе кое-что подарю. И он засмеялся. Ах, малыш, малыш, как я люблю, когда ты смеешься. Это и есть мой подарок. Но как так? У каждого человека свои звезды. Одним они указывают путь. Для других это просто маленькие огоньки. Но для всех этих людей звезды не мы. А у тебя будут совсем особенные звезды. Ведь там на небе будет такая звезда, где я живу, где я смеюсь. И ты услышишь, что все звезды смеются. Словно я тебе подарил 500 миллионов бубенцов. И он снова засмеялся. В ту ночь я не заметил, как он ушел. Он ускользнул неслышно, а когда я наконец нагнал его, он шел быстрым, решительным шагом. «А, это ты?» — сказал он только. Взял меня за руку. «Напрасно ты идешь со мной. Тебе будет больно на меня смотреть. Тебе покажется, будто я умираю, но это неправда». Я ничего не ответил. «Ну, понимаешь, мой дом находится слишком далеко, а мое тело очень тяжелое, и мне его не унести. Но это все равно, что сбросить старую оболочку. Здесь нет ничего печального». И тут он тоже замолчал, потому что заплакал. Знаешь, моя роза, я за нее в ответе. Она такая слабая и простодушная. У нее только есть что 4 жалких шипа. Больше нечем защищаться от мира. Я тоже сел, потому что у меня подкосились ноги. Он сказал: «Ну, вот и все». Помедлил еще минуту и встал. И сделал один только шаг, а я не мог и пошевельнуться. Точно желтая молния мелькнула у его ног. Мгновение он оставался недвижим. Не вскрикнул. Потом упал. Медленно, как падает дерево. Медленно и неслышно, потому что песок приглушает все звуки. И вот прошло уже 6 лет. Я еще никому не рассказывал эту историю. Когда я вернулся домой, товарищи рады были вновь видеть меня живым и невредимым. Грустно мне было, я им говорил. Это я так, просто устал. И все же понемногу я утешился. То есть не совсем, но я знаю, он вернулся домой. Потому что когда рассвело, я не нашел на песке его тело. Не такое уж оно было тяжелое. А по ночам я люблю слушать
звезды. Словно 500 миллионов бубенцов. Если когда-нибудь вы попадете в Африку, в пустыню, если вам случится там проезжать, заклинаю вас, помедлите немного над этой звездой. Если к вам подойдет маленький мальчик с золотыми волосами, если он будет звонко смеяться и ничего не ответит на ваши вопросы, то вы, конечно, уже догадались, кто он такой. Тогда очень прошу вас, не забудьте утешить меня в моей печали. Скорее напишите мне. Напишите мне, что он вернулся.
«Каспис Оркестр», «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери к Международному дню защиты детей для вас подготовили художники по свету Евгений Пономарев, видеоинженер Альбек Шайхаттаров, сценография Галина Прозорова, Виктория Скидан, звукорежиссер Игорь Юрченко, режиссер Андрей Каширин. Сказку рассказали Александр Кислый и духовой оркестр Югры. Песочная анимация Алена Черкашина. Прозвучала музыка Клода Дебюсси. Автор сценария и руководитель проекта, художественный руководитель и главный дирижер духового оркестра Югры, лауреат всероссийского и международных конкурсов, лауреат премии губернатора и правительства Российской Федерации, кандидат искусствоведения Сергей Свиридов. Наш концерт-спектакль закончен. До новых встреч!